Супер вкусные котлетки. Готовятся быстро и несложно. Куриное филе нарезаем мелкими кусочками, добавляем лук, можно крупно, 4 яйца, 4 ложки с горкой крахмала, оставляем для набухания 1-2 часа. Затем как оладушки выкладываем на сковородку и жарим с двух сторон. Как видите, они не прилипают к сковородке. Очень легко и комфортно все. Вот, жарим с двух сторон. Получается сочненько, вкусненько и быстренько. Этот рецепт мне подсказала тетя. До сих пор чувствую этот вкус. Обалденно, вкусно, быстро. На скорую руку. Получается 700 грамм куриного филе, вот такая вот горочка. И самое главное, бюджетненько, как мы все любим. Приятного аппетита!